Первый секретарь посла, вести я должен все дела. Но мне всегда бывает лень строчить бумаги целый день. И вот одних я попрошу, другим я строго прикажу готовить тотчас мой доклад, и все дела идут на лад. А сам я с видом деловым из трубки вверх пускаю дым, не глядя часто на часы, кручу колечками усы. И чтобы больше сил набрать, прошу мне полдень завтрак дать. Пока справляюсь я с едой, глядишь, прошел часов другой. Иметь приятно важный чин, но право веских нет причин держать всегда высокий тон, ведь наконец нас мучит он. Иду тогда к друзьям, меня ждет отдых там. За стол садимся дружно, здесь этикет не нужен. Заботы далеко, на сердце так легко, и голову мне кружит веселье и вино. Смеемся без конца от острого словца, застольная беседа вином у нас согрета. Час утра недалек, до пробки в потолок, до самого рассвета янтарный.